День добрых дел. Когда Коля родился, врачи не могли с уверенностью сказать, выживет ли он. Роды были преждевременными, и малыш, когда появился на свет, не закричал. Врачи констатировали кровоизлияние в мозг и сказали маме готовиться к худшему. 2 недели ребенок находился на грани между жизнью и смертью, но Колина мама знала, все будет хорошо, и она оказалась права. Сейчас Коле 6 лет. Это озорной, улыбчивый мальчишка. При встрече с новым человеком он тут же для знакомства начинает петь свою любимую песню, каждый раз разную. Сейчас это песня о мечте из мультфильма «Летучий корабль». Ну, конечно, не все так радостно в Колиной жизни. Проблемы, появившиеся при рождении, дают о себе знать. Коле до сих пор с трудом даются обычные движения. Ходить самостоятельно, без маминой поддержки он научился только в 5 лет. Говорить начал в 3 года. Такие успехи Коля смог сделать благодаря тому, что с раннего возраста мама приводит его на занятия в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Там его научили не только ходить и говорить, но и читать, писать, считать, а теперь готовят к поступлению в инклюзивную школу, такую, где вместе с обычными детьми учатся особые ребята. К сожалению, без нашей помощи Коле и другим ребятам, которые занимаются в Центре «Дорогу и добра», не справиться. На 1 учебный год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе поможем собрать 1/10 необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда особые ребята, которые занимаются в центре, смогут развиваться наравне со сверстниками. «Ах, если бы сбылась моя мечта», – поет Коля. И его мама очень надеется, что ее мечта о лучшем будущем для сына сбудется. И мы с вами можем помочь этой мечте осуществиться. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Сервис доступен для МТС, Мегафон и Билайн. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.